Вы готовы, да? Вы готовы? Все. Так, вчера здесь прозвучало, что для нахождения более правильного пути развития физики следует вернуться назад. Я хочу указать на относительно точное время, на которое следует вернуться. Через пару минут вы поймете, о чем речь. У меня тема заявлена так. Логичность пульсации против нелогичности большого взрыва. Но она имеет и другой вариант объяснения. Это доводы к тому, что расширение Вселенной – результат анализа вообще ошибочных представлений. Так. Итак, в физике сейчас существует теория большого взрыва. Что в этой теории за и против? За только то, что на данном этапе мы показания наших приборов трактуем, в смысле красное смещение, трактуем как процесс удаления светил окружающих Солнечную систему, против, образно говоря, все остальное. Как собралось в одно место все то, что потом взорвалось? Откуда взялась та энергия, которая совершила этот взрыв? Что послужило запалом? И так далее. Чтобы искать ответы на эти вопросы, следовало бы иметь точное и ясное понятие о том, что есть вообще такая энергия. А что в этом плане мы имеем? Ответ – многообразие непонятностей. В принципе, с этого анализа начинается моя работа МКТ «Породила хаос» в атомной физике. МКТ – это молекулярно-кинетическая теория. Но эта работа является как бы продолжением моей книги-брошюры «Физика. Где правда, где вымысел». Она и самая ссылка есть на нее в этом самом, в наших материалах. Итак. В этой книге я привожу детальную критику молекулярно-кинетической теории и предлагаю ей на смену теорию тепловой энергии, ТТЭ. Это я к тому, что все ниже следующее базируется на материалах этих работ. С самого начала я не собирался строить свою теорию. Я вообще не физик, я механик. Я просто попытался дать самому себе объяснение того, на которое... всему тому, чего я не мог найти в учебниках, в обычной. Шаг за шагом я пришел к нахождению всех, ну, практически всех ответов на вопросы, из-за неимения которых ранее была отвергнута теория теплорода. То есть я акцентирую, я нашел все те ответы, на которые теплород был отвергнут. Первым камнем преткновения оказался поиск ответа на вопрос, почему, если теплород – это материя, то при нагревании вещество не становится тяжелее. Ответ нашелся, когда я вспомнил, что в глубине нашей Земли сосредоточено огромное скопление теплоты, то есть того теплорода, от которого элементы теплорода имеют силу отталкивания. После этого открытия для меня дальнейшие объяснения стали находиться легче. Наличие в земной гравитации, составляющей от силы отталкивания, перевело мой взгляд на космос. Если из поверхности Солнца отрываются фотоны, то посредством каких сил это может происходить? Естественно, предположить силами отталкивания. То есть логика указывает на то, что как и при взрыве обычной земной гранаты, так и выбросе в космическое пространство, фотоны должны участвовать именно силой отталкивания в выбросе. В учебниках о молекулярных силах говорится, что силы отталкивания убывают с увеличением расстояния между молекулами еще быстрее, чем силы притяжения. Я наложил это свойство убывания сил на планеты, тела в космосе, и ярко высветилась логичная причина формирования эллиптических орбит. Ни в одном учебнике вы найдете именно логическую, без математики, объяснение эллиптичности. Я вот недавно рисовал вот эту вот схему эллипс. Так, где? Эллипс, Солнце. Планеты, там,
ободели, передели, и вот на малой оси получается, что динамика, здесь характер идет к тому, что все время уменьшается вот этот угол, касательный к направлению к Солнцу, допустим, у Земли. А вот с этой точки тенденция уменьшения начинает, наоборот, этот угол увеличивается. То есть вступает в действие какая-то сила, которая, ну, по современной физике, она вообще и не имеет никакой, так сказать, никаких данных. А просто элементарно, да. Здесь сила, самая, с увеличением сила притяжение начинает увеличиваться, ну, как бы уменьшаться в больших пропорциях, чем сила отталкивания. И наоборот. Поэтому получается это именно эллиптическая кривая. Итак, если исходить из нынешнего состояния нашей Вселенной, то есть что она расширяется, то со всеми процессами в космосе и всеми процессами в космосе управляют силой притяжения и отталкивания, то с увеличением расстояния между объектами силы отталкивания, то есть убывают быстрее, то далее совсем создается ситуация, что если действительно наша Вселенная сейчас расширяется, то на следующем этапе может произойти обратное явление. В какой-то период она начнет сжиматься. Но работая над вышеприведенными материалами, мне пришло еще одно решение данной проблемы. Только это решение в корне уже отличается от всего того, что я сейчас доложил. Но сначала следующая справка. Когда я в литературе попытался найти обоснование вот этого красного смещения, доплеровского смещения, привязанного к МКТ, молекулярно-кинетические, то как такового обоснования не нашел. Находил только ссылку на то, что такая связь есть. Причем даже в тех работах, где само название говорит о том, что в этой статье требовалось сделать эту привязку. Так, а поскольку так данная тема касается космоса, то я относительно недавно пришел к выводу, что в качестве эфира, то есть среды, передающей волновые возмущения, могут использоваться сами летящие фотоны. Что такое фотон? Ну, фотоны, если взять это самое, их привязать к теплороду, то есть это или сами элементы теплорода, или элементы, которые насыщены элементом теплорода. То есть и по логике они имеют отталкивание друг от друга. А дальше что получается? Если грубо сопоставить, что фотон – это то же самое, что элемент теплорода, то получим, что фотоны, как частицы, между собой имеют силу отталкивания. И дальше все просто. Летя в космосе с далеких, так сказать, миров, они посредством своих сил отталкивания чрезвычайно чувствительны ко всем перемещениям соседей. То есть это силы гравитации. Так, таких, ну, таких, так, то есть, если каким-то образом и какой-то силой или препятствием сместить один фотон в какую-то сторону, то даже самое малое искусственное смещение одного мгновенно скажется адекватным смещением чрезвычайно многих фотонов и всего его окружения. И это происходит только потому, что скорость распространения силы гравитации превосходит скорость света на множество порядков. Исходя из этого следует, что смещение некого фотона около Земли в определенной мере повлияет на положение фотонов, находящихся от Земли далее, чем Солнце. При таком сопоставлении их линейной скорости перемещения со скоростью передачи силы своего воздействия получается, что даже обычный взмах нашей руки в сей момент может отозваться определенным смещением фотонов, находящихся за пределом Солнечной системы. Кстати, по ТТЭ, по теории, по теплородной, можно сказать, теории, нет дуализма. А нет дуализма света, а есть только эффект дуализма.
Волна проявляет себя только тогда, когда фотон взаимодействует с какой-то либо материальной средой. И эта материальная среда может быть как воздух, вода и все остальное. А мы все наши, так сказать, улавливание фотонов, замеры проверяем именно материальной средой и в материальной среде. Так. Итак, если свет от далекой звезды, вот самое интересное это, если свет от звезд и созвездий проходит путь гораздо больший, чем самое большое расстояние от Земли до Солнца, то с какой бы стороны эти звезды ни находились, их фотоны на пути к Земле в обязательном порядке будут встречать летящие обратно направление фотоны, то есть от Солнца и Солнечной системы. То есть, если фотоны наделены силами отталкивания друг от друга, то встречное движение потока из фотонов будет в определенной мере затормаживать движение фотонов, движущихся в направлении к Земле. То есть и есть это задержка. В принципе, вот и все объяснение возникновения именно эффекта расширения Вселенной, а не самого расширения. То есть идет задержка скорости движения фотонов. А скорость света ведь от среды зависит. И если среда в космосе, так сказать, меняется, то меняется и скорость света. Так. Итак, нет, в принципе, еще несколько доводов критики МКТ и в пользу ТТЭ. Например, как образуется поверхностная пленка в жидкости? Кто-нибудь явно это представляет? Представляет после школьной физики? Вряд ли там носилы. Я же показываю элементарно. Между, все время, я говорю, по теории теплорода, между молекулами газа и молекулами твердой поверхности есть силы притяжения. Между молекулами газа, газ потому и газ, что между ними силы отталкивания превалируют над силами притяжения. И если мы молекулы жидкости представим поверхность и молекулы газа, притянувшиеся к жидкости, вот и образуется поверхностная пленка. Молекулы жидкости друг к другу притягиваются с одной силой, молекула газа, притягиваясь к молекулам жидкости, связывает эти молекулы. Вот образуется, элементарно объясняется поверхностная пленка у жидкости. Объясняется элементарно под это трение в газах. Вы представьте, если молекулы газа стукаются хаотично, за счет чего может быть трение? По теплороду элементарно. Труба, ближние молекулы газа, притягиваясь к молекулам поверхности, создают чем ближе, тем больше трения. То есть движущимся молекулам в центральной части легче проходить, у них меньше силы притяжения они могут проходить, чем те, которые ближе. В принципе, все логично и понятно. Я говорю, я задавал на многих форумах вопросы моим оппонентам. Найдите хоть одно явление физическое, которое бы по МКТ имело лучшее объяснение, чем его даю я с теорией теплорода. Такого не нашлось. Я призывал, найдите мне хоть одно математическое подтверждение того, что молекулярная кинетическая теория на практике что-нибудь дает вычисление. Такого не было. Никто не мог привести вычисления из практики с конкретным участием скоростей в хаотическом движении молекул. Такого нет. И не могло быть, потому что никто не замерял скорости молекул хаотического движения в равновесных условиях. Есть опыт Штерна,
на котором ссылаются на доказательства молекулярных теорий, но опыт Шторна нарушен по нескольким позициям. Там есть печь, есть накаленная нить накаливания, которая явно рождает, сказать, неравновесные условия. Нет щитка. То есть выделяется, получили опыт Штерна, получили с раскаленной нити напрямую. То есть это можно трактовать как скорость выброса с раскаленной нити. И а тут там на цилиндре, там, на вращающем, там, на стенке их улавливает по прямой. Никакого хаотического движения в принципе нету. Если бы хотя бы поставили какой-нибудь щиток, чтобы вы отделить прямолинейное движение конкретно от нити накаливания до стенки осаждения. Этого сделано не было. Так. А кстати, есть самый атом, как у меня по ТТ рождается элементарная, внятная, очень понятная конструкция атома. То есть нет никаких орбит, и их не должно быть. Единственное, может быть, и есть ядро, может быть, и нет. Единственный опыт, на котором построена модель ядра, в общем, с маленьким ядром, и с большой массой в этом ядре, это опыт Резерфорда. Я опыту Резерфорда даю 3 толкования. В результате чего? То единственное, на чем основан планетарный модель атома, всего имеет 1/4 вероятность, так сказать, вероятности своей. Итак, элементарно можно представить. Есть еще маркер, что-то это вообще не пишут. Нет, это... Ну, не пишут. Ну, в общем, я что хочу сказать. Орбит нету. Ну, а есть орбиталь. Сейчас ввели орбиталь. И она, в принципе, очень согласуется с теорией теплорода. Допустим, есть то же самое ядро. И есть электроны, и они, как сказать, в какой-то массе этих теплорода. И происходит деление теплорода. Деление теплорода происходит как? Отдали часть, один атом отдал часть элементов теплорода другому атому. Внутри атома сразу происходит перестроение со скоростью света. В результате один электрон, а тут ядро, здесь электрон. Происходит, он скаканул сюда. Другое деление, он скаканул сюда. Не выходя за рамки, так сказать, орбитали, он меняет свое положение, и он... Именно ему не надо, нет никакого, так сказать, никакой пустоты между ядром и его положением. Оно заполнено как раз элементами теплорода. Оно фиксировано, электрон фиксирован в этом положении. И все логично и понятно. Ему не надо скакать с орбиты на орбиту и двигаться. Я говорю, все эти орбитальные модели – это дань МКТ. Это дань тому, что энергия есть движение. При этом уже сколько во время дискуссии, очень часто в разговорах дань отдается именно теплоте, как чему-то материальному. Мы даже ток определяем, что ток течет. Ток
течет. А что такое течет? Это передвижение чего-то, а не передвижение движению. Движение еще и движется. Парадокс. В общем, с выдвижением из... С выдворением из физики теплорода ушла из возможно действующих сил в макроструктуре силы отталкивания, участвующих в устройстве сил гравитации. У вас еще много. Еще много. Ну, в принципе, я, в общем-то, я понимаю, я могу ответить на вопросы, если у кого какие есть. В принципе, я говорю, я очень многое даю объяснение. Я не математик. У меня в математике может быть ошибки, я не математик. Я здесь даю уже чисто логические объяснения. Здесь уже, Игорь, здесь уже лес рук. Вот первое. Вопрос такой, что вот эти частицы теплорода, они все-таки имеют какой-то размер, массу, плотность. Вот. То есть какие-то физические параметры того теплорода, который выводит. То есть, ну, именно как с точки зрения, что это такое? Да. Так. В первую очередь, теплород. Mm-hmm. Вы вводите понятие теплород. Свойства. Значит, какие его свойства? Ну, допустим, обыкновенно привычные. Масса, плотность, ну, может быть, размер и что-то еще. Нет, допустим так, я говорю, это если я ввожу массу, я предполагаю, что он, во-первых, может быть как бы и безмассовый, но... Это вряд ли. Какая-то масса у него должна быть. Но единственное, что мы не можем... Мы вообще-то все время связываем гравитацию с массой. А вот если вводить теплород, то получается, что гравитация, сила гравитации, наша, которую мы замеряем, это одновременно действие двух сил. Это сила притяжения. Допустим, вот во мне часть теплорода и какой-то и большая, может быть, или меньшая часть всех остальных элементов. Я его отношу к материальной составляющей, допустим. Значит, мои элементы теплорода притягиваются к материальной составляющей Земли и одновременно отталкиваются от того количества теплорода, что внутри Земли и что извергается вулканами. Мы имеем небольшое солнышко под своими ногами. Так. И то же самое Земля. Земля своим этим количеством теплорода, она притягивает к себе мою материальную составляющую и отталкивает те элементы теплорода, которые у меня. То есть мы имеем в силе гравитации, натурально, что мы замеряем, результирующую, как минимум, ну, 3-4 сил. Минуточку, можно? Игорь Васильевич, дело в том, что вам очень простой вопрос был задан. Какие параметры, физические параметры, ну, геометрические, физические, этого самой частицы, это частица, я как понял, это этого теплорода, какие параметры его? Ну, если, допустим, вот сейчас ищут бозон Хиггса, отвечающий за массу. Может быть, это элемент теплорода? Или нет. А? 100% нет. Может. Не-не-не, сейчас скажу. Просто математическая модель. Да. 50 лет назад ученые. Прав, да, он... Вспомнили, чтобы поддержать лишь теорию относительности. Ну, правильно, мы с тобой ну, хорошо, вчера ладно. Согласились еще. Ну, так вот, в моей модели именно теплород отвечает вроде бы как за массу. Даже не за массу. Масса мы массу вообще определяем как? Весом. Почему весом? А весом? Нет. Не, а мы уже потом от веса переходим к массе. Нет. Перешли. Дело в том, что есть рациональное зерно и логика. Есть в вашем выступлении, что существует некоторое, некое. Но здесь правильно говорит, определите количественные параметры. Иначе это будет просто гипотеза, и не больше. Как мы определим? Да очень просто. Размеры его? Да очень просто. Они уже определены. Так, кстати, определены. Я вот что скажу. В камере
элементарные частицы в камере Вильсона и в пузырьковой камере, путь их отличается в 1000 раз, до 1000 раз. То есть, что такое путь? Это значит, путь структурирован, то есть его можно наделить. А что такое путь? Это взаимодействие частицы. То есть, вполне возможно, что та элементарная частица, которая, она вовсе не элементарна, а ее еще можно разделить не на 1000, может быть, а на несколько тысяч кусочков. Если она ее взаимодействует, если она в период, так сказать, своего пути взаимодействует и что-то еще отдает. Нет, вам вы все-таки ушли от ответа на данный вопрос. Именно какова сама частица, ее путь, там и все остальное, это уже следствие. Не, ну следствие, я же говорю, я логически объясняю, математически я не объясняю, математику я сюда не привлекаю пока. А не надо, нужна физика, не математика, а даже физический объект. Размер, масса, скорость движения. А скорости движения, скорость движения это уже происходит. Характер движения еще. Это вначале у нас идет действие сил. Давайте силы так, притяжения. У кого еще есть вопрос, вам понятно, да? А силы притяжения и расстояния уже идет движение. У кого есть еще вопросы к докладчику? В принципе, скажите, вот у кого есть сейчас возражение, что это направление не нужно, так сказать, рассматривать и, нет, нужно, так сказать, разрабатывать? Нужно. Есть возражение? Но при этом... Вы имеете право. А? Имеете право. Имеете право и нужно. Но нет, при этом, как правильно вам подсказывает, нужно переходить к количественно-качественным оценкам данного явления. Так, у кого еще есть вопросы? Нет. Я вам сейчас... Так, появился ли? Нет. Мишин? Нет. Появился Черногор? Нет. Рожает, короче говоря. Дай Бог ему сына и дочку сразу. Так, я хочу... Угу. Вот тут у нас товарищи помогали. Я тоже немножко хочу помочь. Потому что здесь, насколько я вижу по лицам, постоянно участники заседания клуба, Международного клуба ученых и участники конгресса. И друг друга мы уже вроде знаем. Так вот, есть, вчера об этом уже говорили, так называемое в кавычках реликтовое излучение. Уже физики, надо отдать должное физикам, современной физике. Не теоретикам, а экспериментаторам и исследователям. Точно определенные параметры вот этого, я его называю протофотона, очень точно определили. Температурный градиент, колебания, как характер колебаний, параметры геометрические, сколько кубических сантиметров. Лично я полагаю, что это возможно. Вот эти вот, они активно участвуют во всевозможных преобразованиях, которые до конца еще не заучены, не изучены. Возможно, вы как раз стали на путь исследования вот этих преобразований. Вы понимаете? И вам не надо ломать голову, взять уже в публикациях конгресса есть, например, за прошлый год есть. Книжки Друсиных, кто здесь, у Николая там что-то есть, у меня есть. То есть уже готовые, согласованные с результатами исследований, с расчетами математическими, взять и продолжить ваши исследования, это просто мой совет, в этом направлении. И тогда вы можете фотонами, гигантами называть, протофотонами, это простейшие в организационном смысле объекты, организационно-структурном. И можете теплотронами, потому что они главное. И связаны это действительно с гравитацией, потому что так называемым гравитационно-тепловым движением, обусловленным характером его движения и некоторыми свойствами. Я вот еще в дополнение хочу, вот сейчас вот тут вот выступал самый
отрицательную массу использовал. Так и я думал, я как раз с этой точки зрения думал, может быть, отрицательную массу подразумевал силу отталкивания, и поэтому у него что-то там рождалось. Так, дамы, у нас есть, оказывается, дамы, которые нас не покинули. Так, уважаемые, любимые дамы и дорогие господа. У меня еще дополнение есть, можно? Сейчас, секундочку, я закончу, секундочку. У нас в связи с тем, что в связи с объективными обстоятельствами не явились два серьезных докладчика. У одного из них было даже три доклада заявлено. Последний докладчик тоже, у него причина очень веская. Вот. Не явились. В результате отсутствия двух докладчиков у нас остался час. Что мы будем делать? Либо разбегаться, как эти элементарные частицы. Или посидим, поворкуем. Потому что здесь есть люди, которые хотели бы высказать то, что не высказали вчера, сегодня и так далее. Или не успели побеседовать в столовой, в кулуарах. Вот вся беда в том, товарищи, в Академии наук, хоть вы и ругаете, есть очень хорошее правило. Двигатель науки является курилка. Когда я писал диссертацию, а потом приходил с Ленинки, вот здесь, публички в Питере, в Москве, в Ленинке, изучать все это, вот, чужую дурь, чтобы свою написать. И вот курилка как раз была тем самым обменным пунктом информационным. Вот. Так что курить все-таки, не зря говорили, курилка двигатель прогресса науки. Вот я тут вижу, многие бросили курить, не курят. А некоторые даже и пить бросили, к сожалению. Вон Клюшин жалуется, говорит, не могу пить. Я говорю, пошли по коньячку, не могу. Это тоже плохо. Так вот, коль мы бросили курить и пить, давайте пообщаемся здесь сейчас. Без табака, без у нас время есть. Самые злые вопросы. Вот у нас уже есть кандидат задавать вопросы или выступать. Ну, я не знаю, пойдут ли они к нам. Мы для них немножко другие. Коротко, что вы хотели. Так, я несколько хочу сказать несколько слов еще к тому, что когда кто-то защищает свою теорию, которую он, так сказать, преследует и защищает, то недостатки этой теории выдают как за парадокс. В другой теории, когда говорит что-то не так, это ошибка. Обычно. Так вот, есть опыт, конкретный опыт, что поставил Гей-Люсак. В книжке у меня еще есть споры. Но такой опыт. Только коротко. Два объема с газом. В одном давление, в другом нет. Но одинаково. Или здесь без, самое, с выкачанный воздух, здесь давление. Или здесь споры ставил, здесь одна атмосфера была, здесь 150 атмосфер. Открываем кран, вентиль. Здесь давление падает, а температура изначально одинаковая, как окружающие среды. Открываем вентиль, температура здесь, убывает, здесь повышается. По молекулярно-кинетической теории повышение температуры – это увеличение скорости молекул. Этот опыт чем интересен? Тем, что здесь нету никакого поршня движущего, на что бы можно было бы сосать, от чего молекулы увеличивают скорость. Нет ничего. Поэтому говорить о том, что быстро отсюда перебежали, перелетели самые быстрые, медленные остались, это как-то не шибко логично. Плюс еще, я говорю, это не шибко логично. Некоторые доводы есть, они такие, но я считаю их нелогичными. Свой аргумент, логичный аргумент, и заканчиваю. Так, и последний. Вот обычно мы все сталкивались с этим. Какой-нибудь сосуд под давлением.
трубка. Открываем экран, воздух под давлением совершает вот такую струю. В воздухе по молекулярно-кинетической теории молекулы до обычного атмосферного давления летают до самой обычной температуры нашей, где-то 500 метров в секунду, согласно расчетным справочным. Кстати, откуда вы появились в справочнике эти данные, знаете, нет? Давайте не будем. Это второе. Ну ладно. Получается так. Ой, молекулы газа, вылетая из патрубка, хаотично со скоростью 500 метров в секунду, почему-то вот в центральной части совершают практически линейное движение. И не шибко стараются разбежаться во все стороны. Хотя патрубок можно взять широкий, что там, так сказать, это самое их... Пробег свободного движения вообще не будет, так сказать, учитывать. Это, извините меня, пожалуйста, но вы уже рассматриваете частный случай. Так, не, ну я часто, я обычный эксперимент рассматриваю. Ну, и объясняю. Ну, частный вот, случай, вы можете рассмотреть сейчас вот, десятки или сотни. Хорошо, вот. Давайте обобщите. Не, ну это часто, это вы каждый... сосуд берете, у вас получится одна и та же картина. Грешим. Я объясняю сам с помощью... Правду, матку, в лоб. Опять же, моей теории, теории теплорода, получается так, что молекулы газа имеют отталкивание друг у друга. То есть они не движутся. При равновесных условиях, когда температура одна, они между стоят, занимая свое одно положение между соседними. Ну, колеблются там, поскольку абсолютного ничего нет. В результате чего? Силами меж, сказать, взаимного распирания они выталкиваются. Именно поэтому они и летят прямолинейно, потому что их отсюда вытолкнули. Хорошо. Это в принципе, все ясно и объяснимо. Мы и логично.